Всем привет! Приехала мне очередная посылочка с сибирского здоровья. Давайте при вас ее распакуем. Здесь первая часть заказа моя и моего клиента. Вторая часть приедет буквально завтра, может быть, там послезавтра. Поэтому открываем. Себе я заказала, как я говорила, нутришу. Только уже не натуральные витамины, а которые борются со стрессом. Кто со мной давно, знает то, что в январе месяце у меня был стресс. Очень сильный. И вот хочу восстановить свои нервы после вот этого всего. Как всегда упаковывают. Они круто, классно. Вот такая тут внутри посылочка. Начнем с того, что заказала я себе. Конечно же, это Nutrition Stress Relief. Чуть-чуть попозже обзор на него я сделаю. Своим детям я взяла витаминку дрожжи. Надо деткам укреплять иммунитет, тем более бюджетный. Это очень классно. Мои дети, кстати, после этих витаминов перестали болеть. Это факт. Так, и что же тут заказала моя клиентка? У нее избыточный вес, да, и она взяла себе хромолипазу плюс медвежьи ушки от отеков и чай очищения и дренаж. Поэтому сегодня я пойду ей это отдавать. Через пару дней для этой же клиентки придет еще одна посылочка. Там будет... тоже до стресса, релакс-бокс, и что-то там еще. И будет ИПАМ противовирусный. Вот, поэтому вот такой вот заказик я сегодня получила. Кстати, доставила мне его Почта России на дом. Вот, так что как-то так.